Розовый сыграем, блядь. Все на месте тут. А вы? Ну, если ты и есть, остальные-то как бы... Ну, ну, привет всем со стадиона Рамон. Погнали. Санчес Писхуан. Мы на стадионе Севильи. И мяч обратно идет. Навес напрашивается. Выбит мяч из штрафной. Мяч вперед идет к чужим воротам. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Как он дальше мячом распорядится? Красота. Ой, блин. Хорошо. Ну, да, если бы зашел такой. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Центр, смотрите. Хороший по задумке пас. С мячом. Удар. Спасает. Хороший мяч. Атакующей стороны. Переводите уже. Хорошо. Меняют они фланги атаки сейчас. Хорошее владение мячом они показывают. Отличный перехват, очень вовремя. Какой прекрасный пример отбора мяча. Дима есть. Хороший пас, Мафан. Катают они мяч. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Классно он удар накрыл. Сорян. Заберу. И мяч на фланг отправляется. Есть поддержка здесь. Играет в пас команда. Отлично. Хорошо, Дима. На перехвате очень хорошо. Хорошо. Прочитал. Не смогли они мяч удержать. И подача туда, в сторону ворот. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Отличный шанс есть для контратаки. Видим, видим. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Ух ты. Теряют они мяч. Хорошо, хорошо. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. И что дальше тут будет? Ай-яй. Играет он на партнера. Ходит мяч у них. Хороший момент у него был. Растили. Давай, найди меня туда. Пас не получился, и мяч уходит за боковую. Отдает он мяч партнеру. Интересно, куда? Куда? Хорошо. Подъехал. Ножки, смотрите. Диас.
Есть вариант развития атаки. Не торопится. Смотри, забегать он будет. Да-да-да. Штрафной удар. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Подает Влад. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Теряют они мяч. И как он дальше мячом распорядится? Отдает он передачу. Капец. Решил пробить. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, в центре, блядь, прям бегает. Сейчас мы увидим более открытый футбол. 1-0. Сейчас будет веселее. Очень хорошо на игру читает. Мастерски. Сам себя наебал. Пас на ход партнеру. Хорош, Макс. И это пенальти, и это шанс. Пенальти. Да, я подсказал. Это шанс выиграть матч. Блин. Класс. Игорек отдыхает дольше, чем до 9 часа. И это пенальти. И не просто пенальти, а еще и удалить. Он обязан был забивать пенальти, он и забил. Играем, продолжаем. Хорошо сделал свою работу. Ну и здесь голкипер был бессилен. Игрок подошел к мячу и очень уверенно отправил мяч в ворот. Чуть уже тогда пройти, пожалуйста. У нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Навес не прошел. На пути мяча встал защитник. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Он уже, наверное, видел мяч в сетке. Хорош. На тебя. Диас. Мяч вперед идет к чужим воротам. Офсайд. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. У них тоже вылетел рыбка. Ты знаешь? У нас совсем вылетел. Катает, а не мяч. Есть адрес у этой передачи. Явно не думал нападающий, что так справа в этом моменте сыграет вратарь. Очень хорошо голкипер игру прочитал сейчас. Как здорово он игру читает. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Нет, не дошел этот пас до адреса. Увидел открывание впереди, делает передачу. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судьи. Ничего себе! Закончился у нас первый. Сопорников кого-нибудь не отпустил. Я могу на этом, на фланге сыграть обороны. Поставьте кого-нибудь в центр только. Да, играем так. Обороны. Просто пониже там. Наша цопа все равно, блядь, сильно низко пятят. Нихуя не поменяется. Продолжается наш матч, второй тайм. Хороший пас во фланг. Не торопясь, они разыгрывают мяч. Отлично сыгран. Хорошо, он мяч укрывает. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Как же здорово он играет в пас. Мяч за боковую уходит, будет аут. Время тянут. Ой, с девятером играют. Диас. Зал, давай, забивай уже. Ты там обещал. Ну, блядь, горы нахуй. Золотые. Играют они в пас. Показываю свой толк. Может быть и второй. Отдает он передачу.
И на дальнюю летит мяч. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно, вратарский. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах — это судья. Хорош. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Бля, везде успевает, ебать. Вот это пас прекрасный. Отдает он мяч партнеру. Ой-ой-ой, Макс, прости. И вот удар. Ну, я думал, бить будет. Под удар. Я прощаю тебя. Слушайте, здорово, кто-нибудь возьмите. Отпусти мои грехи. Диего, у тебя... Игорь возьмет, блядь. Здоровый там ходит. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Сорян, пацаны. Да, мэн. Давай, есть. Я видел, что не смогу, это чисто же, блядь. Давай. Протянул. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. И как он дальше мячом распорядится? Хороший пас на ход. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Катают они мяч. Хорош, что. Влад. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Ноги. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Можно попробовать там подать сейчас. Про меня не забывайте, пожалуйста. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Получится у них контратака здесь. А, нельзя поехать. Ну, грузи в штрафную. Хорошая атака может тут получиться. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Диас. Уверенно сыграл на перехвате. Чему? Ну как? Чему я не Неймар, блядь? Входит мяч у них. Он накручивает соперников одного за хорош, другим. Хорошо. Отмечу, что голкипер сохранил, что... Бля, хотел микрофон включить, сказать, что это... Чтоб ты крыл, блядь, центр. Да, не смог. Так я и крыл. Я просто думаю, сейчас начну выходить, и ты на него пойдешь. Не-не-не, смысл был на него выходить, там был он в центр. Все правильно сделал. Поняли друг друга без слов. Нет, хорошо увидел партнёра впереди. Сука, вообще, да чё это такое-то? Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Немного времени потребовалось, чтобы перекрыть подступы своей штрафной площади. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Обратно на партнера играет. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Не, ну ты могешь так. Спасибо. Ты тоже. Мяч вынесен голкипер. Давай, давай. Впереди еще 10 минут. Коротковат. Отдает он передачу. Урус. А как насчет навеса здесь? Хорошо укрывает мяч корпусом. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Мяч в центр штрафной летит. Защита первая на мяче. Вынос. Играют в пас, команда. Играют они в пас. Не получилось у них мяч удержать. И как он дальше мячом распорядится? Удар и мяч по обороняющегося игрока. Сука. Все, ничего в этой атаке не получилось. Ну, сука. Макс, я стараюсь, блядь. Я вижу. До конца второго тайма 4 минуты.
Пас на ход, да, может блядь. Быть интересно. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Бля, я думал, ты побежишь, Саран. Мяч у соперника теперь будет. Снимакс уже, блядь, 6 пропустил. Топенко ебучая, бля, подкосился. Забивай! Беги ко мне, я тебя обнимаю, сука, усык. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Ох, какой да момент, я уже что-нибудь, дебил. Нет, ну я бы не удаление был бы нормально. Наступающий, ребят. Да, да, дай вам сон. Давайте, спасибо за игру, удачи. Спасибо, Игорь. С Новым годом. Да, начали-то бодро вроде. А закончили, как обычно. Что там говорил, FL Dream обойти надо, да? Ну, мы не обошли. Так же.